Исай Александрович, сыграйте, пожалуйста, пассионат. Пожалуйста. Thank you.
всем фоне ужаса и мрака. Будущее – это Бетховен. Через борьбу и страдания к радости. Как это верно. И, конечно, будущее – это не война миров, не битва хищников с планеты Марс. Нет. Ближайшее будущее – это очистительный огонь освободительного движения. Свет в Африке, Индии, Китае, во всем мире. И, конечно, конечно, человек. Какой великан Бетховен. И какая задача музыкой высекать искры из сердец. Ничего не знаю лучше апассионата.